На ваших радиоволнах станция Наймит-ФМ и передача «По вашим заявкам». Пишет нам Наталья Емельянова. Лев Малыш занял второе место в рейтинге популярности. Хотя я, как и многие, считаю, что он первый из первых. Пусть он с виду мал и неказист, но для меня он самый прекрасный лев. Просьба передать для него песню Валерия Сюткина «Я не красавчик». С наилучшими пожеланиями всем слушателям. Было много обид и обломов, доставало житье и бытие, но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем свое. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочке виднее. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочке виднее. Этим я поделился секретом, первый раз, первый раз, первый раз. В каждом зале и в этом, я надеюсь, подружки, на вас. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочках виднее. Я не красавчик. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочках виднее. Когда мы расстанемся с вами, вспоминая, как вечер хорош, я уйду, не стуча каблуками, а под блеск ваших легких ладош. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам видней. Я не красавчик. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочках видней. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочках видней. Не знаю, что на девочках видней. Не знаю, что